Всем огромный привет! У меня сегодня на повестке дня уборка на кухне, потому что нужно было помыть вытяжку и духовой шкаф. Меня, в общем, раздражало на вот этом внутреннем стекле, там был такой потек, и он, в общем, засох. И получается, я где-то с неделю назад купила средство. Сейчас вам покажу, какое. И думаю, как бы сперва начала я мыть, в общем, фартук, как раз вот над плитой. И, как вы видите, да, у нас над плитой такой светлый промежуток. Когда мы его купили, я думала, у нас плита будет маленько чуть ли левее в ту сторону, ну, как бы где цветы. Но получилось вот так. И какой-то жир, да, какой-то пар, я стараюсь сразу все вытирать. Но так бывает, что не всегда получается, да, сразу что-то помыть. И кое-какие загрязнения остаются. Стекло внутреннее вообще все очистило хорошо. Дальше вытяжка у меня была в таком грязненьком состоянии. Вот видите, здесь в углах даже кое-где не отмылась, потому что брызгаешь, и ну, получается, там не застаивается, потому что это сетка. Вот. Вот так все хорошенечко очистилось. Мне понравилось. Но что хочу сказать. С этим средством нужно работать в перчатках и в маске, потому что очень такой термоядерный запах испарения, вот эти вот сами. Вот. К сожалению, фотографии у меня до нету. Не сфотографировала, не засняла. Но как бы вот это вот все было вот такого вот цвета. Вот это все вот здесь вокруг. Вот эти вот мелкие кругляшки, да, были вот такого вот цвета. И сейчас сковородка более-менее чистая. Ну, можно еще на раз. Средство у меня, к сожалению, закончилось. Еще приобрету его. Так что можете покупать. Очень хорошее средство. И вот таким вот средством я отмыла и духовку, фартук и, получается, вытяжку. Брала я его в фикс-прайсе. Вот не помню, какая цена. Или 199, или 99. И можете остановить видео и прочитать, для каких поверхностей это средство подходит. Оно очень удобное, что здесь есть дозатор. Бутылка в таком состоянии, потому что она у меня уже закончилась, и я выкину.